обстановка пока спокойная, пока такая хорошая. Я знаю дату с фабрики звезд. Я прям, ну я была маленькая, мне было сколько, лет 15-16, я прям смотрела, о, да вон, да, она там. Кожаные, прости меня, ты напомнил ту боль, что держала мне в ребра, прости меня. Ну, очередь вот такая вот. Смешная форма, типа и тортики вот эти. Это специально сделано, они натягиваются, между ног им жмут, и они вот так ходят. Да. Как пузатые немцы, типа, специально, чтобы им жали они. Они вот так ходят, переворачиваются. Как Фродо, блядь. Форма, да, как Фродо из «Властелина», помните колец? Что поросло, что там за подарок? Нет? На ролик. Девушка боится? Да, тут подарочки какие-то будут. Всем привет! Сегодня просто у нас мероприятие легкое. Мы идем в Максимилианс. Угадайте, кто со мной пойдет. Раз! Угадайте, кто тут? Да, Гузелька. У нас Гузелька, там еще одна парочка пойдет. Мероприятие культурное, мероприятие веселое. Смотрим, подписываемся и едем. Вот так мы будем выглядеть, когда оденемся. Смотрите. Раз! И все. Вот так вот мы пойдем. Смотрите, стильные какие мы, интеллигентные, я в джинсе, Гузелька в коже. Все, едем, смотрим, подписываемся, вы все это знаете. Все, как и обещали, садимся в такси и едем на Гадакоту Максимилианс. Гузельки, открываю, видите, как джентльмен, дверь. Все, приехали мы. Вообще, мне кажется, контингент такой, ну, более женский, да? И пару парней, угадайте, кто. Остальные посмотрят, скажут, я люблю Дакоту. Скажу, что это за парняга такой? Нет, ты ради меня. Да-да-да. Ради Гузельки я, короче, иду сегодня. Вот, смотрите, вот такой плакатик. Наверное, видели его в инете. Так, приехали тут наши друганы. Мы покуриваем немножко, сами знаете, сигаретка не повредит никогда. И заходим. Сегодня у нас Дакота концерт, будем кричать. Да, Котя! С девчонкой. Кто это такая вообще? Да, да. Кто это? Ну, главное, у нас жидкое золото, не забывайте. Натурились. Обстановка пока спокойная. Пока такая хорошая. Мы, конечно, не около сцены будем сидеть, но недалеко. Жидкое золото разобрали мы. Давайте чокнемся. Сегодня у нас самый крутой день. В неделе. В неделе. Жидкое золото. Вы знаете, знаете, это... Да, жидкое золото надо сразу пить. Вот так вот. И это надо чувствовать. На то оно и золото. Мелкими глазками, ребят, мелкими. Горчит, да, такой, видите? Скажут, рекламу, что ли, снимаете? Все, да, да. Ребят, вот пока подготовка идет, в танцполе все стоят, ждут. Вот запомните это спокойную минутку. Дакота, да? Вернемся, когда бум будет уже серьезный. Танцплощадки. Видите, еще есть билетики. Вот эти, кто танцует чисто, не только столик. Из-за этого народу дохера. Здесь знаете, что смешно? Вот парней смешная форма, типа и тортики вот эти. Это специально сделано, они натягиваются, между ног им жмут, и они вот так ходят. Да. Как пузатые немцы, типа, специально, чтобы им жали они. Они вот так ходят, переворачиваются. Как Фродо, блядь. Форма, да, как Фродо из «Властелина», помните колец? Правильно, вот он же вот так, он маленький. Я юный блогер, я его ученик. Скоро будет вести канал. Ты мне скажи, я пожалуйста. Не нет, я ты не мне скажи, подождите. Ты мне скажи, пожалуйста, как тебе попал розовый айфон в руки? Я его украл у Дакоты. Это розовый вечер. Даже и жидкое розовое пиво. Я буду вырезать, и все будет по факту. Да, чё, так вот, люблю. Видите, мы даже взяли айфоны розовые, чтобы Дакоте было как комфортно. Розовый сегодня. Розовые трусы он дал. Я знаю Дакоту с фабрики звезд. Я прям, ну я была маленькая, мне было сколько, лет 15-16, я прям смотрела, о, да вот, да, она такая классная. И я прям хотела пойти на концерт, увидеть ее вживую. Вот у меня мечта сбылась, и я ее скоро увижу.
Так что мечта. А вы что про доход? Влюбленные глаза просто смотрят. Вы тоже мечтали о доходе? Да, да. Я не такой древний, чтобы слушать такие песни. Да. Он просто в армию собирается, он другие будет слушать. Ну, типа, за роту солдат, Любе, он из района, Снежник. Снежник слышал? А? Подснежник. Сейчас я ему расскажу про песни «Подснежник». Мне креветульки принесут, еще там пару порций всего. Дакота пока, наверное, пьет в гримерке. И все, пусть пьет. А? Гузелька, да, к ней побежала. Так, остается нам ждать только ли? Кустация со сарделечки. А. Арабская опять. Немножко остыло, пока мы болтали, рассказывали забавные истории. Тут у нас обжоркой оказался. Ему в армию, ему надо сейчас кушать и кушать, армейцы. Молодой, горячий. Расскажешь пару слов, что там за подарок? Нет? Девушка боится? Да, тут подарочки какие-то будут, разыгрывают. Мы выигрывали тут всякие. Баротренажер он выиграл. Смысл баротренажера знаешь какой? Просто велосипед. Не велосипед, баротренажер. Ты поднимаешь. Раз, два, три, качаешь. Потолстел, давай этот 300 рублей. Его массаж. Так, давайте, все, начинаем. Сами знаете, что тут самое вкусное. Что-то здесь они подъели, походу, повара немножко. Может, да, докоте. Надо будет подойти, а то, может, выключим. Все, побежали, ребят. Докота, уровень. Пробраться еще туда. Да? Да. Молодой. Для меня это очень старое. Только эти, кто не знает меня. Не то, чтобы я ждала изменений. Не то, чтобы променялась в уме. Ты слышишь мои голоса. Звенят, как тысячи Жарко, жарко оказать, понимаете, такие дела. Будем танцевать.
танцевали песен, почти нет. Почти одна. Танцуйте, пожалуйста. Рита Дакота, самая ненарицательная певица в мире, не часто поет вам веселых песен. Цените момент. Поехали. Надо разговаривать, понимаешь? Надо разговаривать. Слышите? Вот уровень. Жидкая звука. Знаешь, своих подписчиков хотят? Тебя. Для Дакоты надо освежиться. Быть очень красивым, сами понимаете. Человек серьезный. Все, пошел. Крики уже заканчиваются. Давайте, ребят. Идем к Дакоте. Спасибо, спасибо, Гузель, да? Да, не то, что послушать. Ну, мне кажется, Гузель, она впереди может, слышишь? Гузелька, спасибо, сказали. Походу, она добралась до Дакоты. Все, мы покурим и возвращаемся. Вот у меня так с песнями случается. Они ко мне приходят, и они меня уничтожают, пока я их не напишу, ну, то есть пока они из меня не выйдут, короче. Я их не сделаю, не облачу в какую-то форму и не подарю вам. И тогда, когда я их дарю, то есть я как бы отпускаю их, и дальше они начинают созидать. То есть дальше они начинают там... вы мне пишете, что там твоя песня там лечит меня или помогает мне пройти какой-то, поддерживает там в каком-то сложном периоде. Потом они творят магию. В момент, когда они создаются... В этом очень много боли на самом деле, потому что ты себе не принадлежишь, ты, короче, как аватар.
очень... Блин, я не знаю, короче, о ней говорить всегда очень странно, потому что она также выбрала меня сама, я не выбирала эту песню. Никто в здравом уме из артистов, никто не выбирает эту конь петь. Курилка, да? Не туда попали. Панакота, да. Панакота здесь, да, подходит. Не туда попали. Что снимаешь, блядь? Давай, чувствуй.比较暴力比较黄，你只要房子不要窗，无神论者开教堂，你只想靠天靠地靠朋友，靠瞎猫碰上个死老鼠，真正牛逼的靠自己，别的都是纸老虎。都在玩套路，你不过就是挖个陷阱，小心的跳舞，我把我人生跳成电影。别再玩套路，你把你自己玩进陷阱，愉快的跳舞，不小心就把人生跳成电影。我вас целую, ждите следующий выпуск, будет с Туниса. Возвращаемся в Тунис, в жаркий.